Вы на Думской ТВ, мы продолжаем работать в прямом эфире. Сейчас поговорим на следующую тему, обсудим ее насколько можно подробно. Некоторые учебные заведения Украины, высшие учебные заведения Украины приостановят работу до весны в связи с тем, что не хватает денег на отопление вузов, и поэтому и центральные киевские вузы, и одесские, не все, некоторые приостановят свою работу. Как это будет происходить, по каким причинам, а кому все-таки удается продолжить работу, будем говорить прямо сейчас. Петр Воробиенко, ректор Одесской национальной академии имени связи, приветствуем вас. Имени Попова. Имени Попова, да, это важно, действительно. Приветствуем вас в нашей студии. Ну, действительно, такая ситуация, что центральные вузы, ну, по крайней мере, в Киеве это уже происходит, они вынуждены прерывать работу, прерывать обучение, потому что элементарно холодно. Давайте мы посмотрим информационный материал по этому поводу и более подробно об этом поговорим. Каникулы в украинских вузах продлятся до 1 марта. Ссылаясь на проблемы с отоплением, первыми об этом заговорили одесские учебные заведения, Юркадемия, университет Мечникова, педагогический университет и другие. Затем с аналогичной инициативой выступил Киевский университет Шевченко. Это вызвало скандал. Пользователи соцсетей начали обсуждать, до чего дошло государство, если не может зимой обогреть самый крупный и один из самых престижных украинских вузов. Как написал в Facebook энергетический эксперт Андрей Герус, каникулярный период будет называться дистанционным обучением. Эту информацию затем подтвердили сами студенты, которым об этом сообщили еще в сентябре. Реакция столичного вуза на информационный всплеск и вовсе абсурдна. Там заявили, что отдыхать до марта захотели сами студенты, а ректорат просто пошел им навстречу, в том числе и с соображения экономии. Затем расставлять акценты взялась сама министр образования Лилия Гриневич. Она умело обошла тему коммунальных расходов, прозрачно намекнув на автономность вузов в принятии подобных решений. Студенты працюють в аудиторіях з самостійної роботи, з практики, з написання часу для написання курсових і дипломних робіт. І ці види діяльності студентів можна розподіляти в різний спосіб. І вищі навчальні заклади вповноважені робити це так, як вони вважають за потрібне. Кожен університет в межах свого бюджету сам визначає, яким чином йому краще організувати навчальний процес. Міністр уточнила, що відпочиваючі в феврале будуть вчитися в июні. Це визвало ще більше недоуміння. Прежде всего, у самих студентів і їх родителей, які стали відмовлятися оплачувати пропущений учебний місяць. В другому ракурсі на ситуацію посмотрели політологи, заявив, що два місяці канікул як-то треба буде об'яснити міжнародним кредиторам України. Потім до дискусії підключились блогери. Вони метко підмітили, лишив студентів стипендий, государство отобрало у них еще не все, что осталось. А нардеп от БПП Егор Фирсов сравнил ситуацию с трудными 90-ми, подытожив, что сейчас все обстоит еще хуже. Чем закончится история с мегаканикулами, пока неизвестно. Тема не затихает в среде интернет-пользователей, а готовность комментировать ее со стороны чиновников, в том числе наивысшего ранга, как бы намекает, что новый информационный повод для разных спекуляций заслуживает большего внимания общества, чем, например, неуклонный рост цен и международных долговых обязательств Украины. Давайте на примере Академии связи поймем, как работает эта схема. Мы слышим со слов Лилии Гриневич, что вузам дана автономность, они вправе сами распоряжаться, отпускать на дистанционное обучение студентов, либо не отпускать. Как вам удалось все-таки разобраться с бюджетом и продолжить работу, не прерывая нормальный контакт со студентами? Действительно, мы и в прошлом году, и в этом году каникулы для студентов были 2 недели, как всегда. С 15 числа мы начали полноценные занятия. Но прежде всего, чем это вызвано? У нас был опыт, 3 года назад мы делали большие каникулы. Мы увидели, что все же учебный процесс скопканный получается. 4-5 пары, там продолжение обучения. Это плохой учебный. 5 пар посидеть. Это дополнительная нагрузка. Что? Это нагрузка дополнительная. Да, это сложно, да, это сложно. Вот, мы решили в этом году вот, нормально заниматься, но я хотел бы о бюджете. Да. Бюджет высшего учебного заведения состоит из 2 частей. Это загальный фонд,
это то, что государство инвестирует, и специальный фонд – это то, что учебное заведение зарабатывает само по разным, не только контрактными формами обучения, а другие формы – это наука, предоставление других услуг. Я хотел бы сказать, что в каком-то плане у нас есть уникальные направления деятельности. Мы, например, являемся оператором телекоммуникаций. У нас есть номерной ресурс. Мы провайдеры интернет, у нас несколько тысяч пользователей. Например, 10 тысяч по 100 гривен в месяц, это уже определенные деньги, это и каждый месяц нормально. Потом у нас была лицензия на проектирование сетей связи, но теперь изменилась ситуация, должны быть сертифицированные проектировщики. У нас такие есть. У нас специальный фонд наполняется более-менее нормально. Второй вопрос – это режим экономии. Мы немножко уплотнились и вывели с эксплуатации одно здание. Оно, так сказать, стало в аварийном ситуации. Мы укрепили фундаменты. Разрешу поставить троеточие. И давайте прямо сейчас услышим Татьяну Федорчук, заместитель главы студенческого парламента по внешним вопросам Киевского национального университета. Татьяна, добрый вечер. Доброго вечера. Хотим услышать, какая ситуация в Киеве в вопросе остановки регулярного обучения и переходе в формат дистанционного обучения. Сколько вузов, если можно в процентном соотношении, если можно, то что стало причиной некоторым вузов все-таки сохранить порядок дел и продолжить обучение, не прерываясь? На жаль, про всі університети Києва я не скажу, немає такої статистики, тому що я заступник голови студентського парламенту лише Київського національного університету. І та інформація, якою ви володієте, вона є дещо некоректною, тому що наразі в нас немає призупинки навчання. Ми спокійно в нашому університеті закінчився перший семестр 30 грудня. Ми здали сесію і закінчили перший семестр навчання. Другий семестр навчання починається з 24 січня. І триватиме він до 8 червня, а з 8 червня до 30-го – це вже сесія літня. Проте з 24 січня до 1 березня в нас по наказу ректора відбувається так звана або самостійна робота, або написання дипломних робіт і курсових, або ж практика навчальна або виробнича з відривом від навчання, яка є зазвичай завжди в програмах будь-яких. Тобто просто всі види робіт, які були самостійними і до цього, вони передбачені болонським процесом і на них виділений окремий час. Кожен студент повинен протягом року відпрацювати певну кількість годин самостійно. Вони просто перенесені на даний період часу. Что вам известно о других? Давайте скажем о одном из центральных заведений страны, Киевский национальный университет Тараса Григорьевича Шевченко. Он приостанавливает работу до марта. Что вам известно? Я саме про нього зараз і говорю. Не останавливает. Це не призупинка навчання. Це 24 січня, як і передбачено наказом, ми почнемо навчатися, але в іншій формі. Тобто студенти або почнуть писати дипломні роботи курсові, або вони почнуть проходити практики на якихось фірмах поза університетом, як це стандартно проходить, або просто буде передбачений самостійний вид роботи. Останавливаться не будут по собственному желанию или по распоряжению? Лилия Гриневич говорит о том, что студенты и вузы автономны в своих решениях. Кто в вашем вузе последней инстанции принял решение? Так, університети цілком автономні вирішувати будь-які питання, які стосуються графіку навчання в рамках того чинного законодавства, яке є наразі, і в рамках болонського процесу навчання, який у нас проходить в Україні. Минулому році я, будучи головою ще студентського парламенту університету, зверталася з проханням до ректора про те, щоб по можливості передбачити не дуже сприятливі умови навчання протягом зими, так як деякі корпуси через те, що вони побудовані
скажімо так, таким, так вони побудовані, там досить холодно. І наразі виділяються кошти щодо утеплення цих корпусів, а в цьому році передбачено такий вид навчання для того, щоб мінімізувати наявність студентів в аудиторіях холодних протягом холодних місяців. Практика прошлого року не показала поніження якихось уровня показателів? Успіваємість осталась прежней? Минулому році робилося не так, минулому році таке не практикувалося, у нас був звичайний семестр, тому такої інформації немає. Желаємо вам удачі, думаю, що справитесь, раз чітко розумієте курс, який взяли, а надіюсь, що і ті студенти, які вынуждены в таких условиях существовать, смогут с этими условиями справиться. Благодарим вас, Татьяна Федорчук, заместитель главы студенческого парламента по внешним вопросам Киевского национального университета. Петр Воробьенко, напоминаю, ректор Одесской национальной академии имени связи, имени Попова. Да. Вот так, да, все же. На студии, напоминаю, да, вот много слышим сегодня о дистанционном обучении. Расскажите, что это и готовы ли вы к такой форме? Вот если прокомментировать вот то, что я слышал, вообще в этом есть определенный здравый смысл, но к этому надо очень хорошо подготовиться. Очень хорошо. Это сразу так не получится вот скомпоновать. Это должно быть... Но вы готовы? И если бы мы были готовы, то мы, наверное, бы сделали как Тараса Шевченко. Да. Но то, что вот это происходит, определенные элементы, наверное, мы позаимствуем. Угу. Дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это тот вид обучения, который очень интенсивно развивается во всем мире. И мы развиваем. Но у нас мы фактически это для студентов заочников. Пока что мы применяли фактически исключительно. Но это, в общем-то, да, то же самое. Да, заочники давно этой формой студентов заочников. Это может показаться так, вот дистанционное обучение, и все, и быстро вводится. Это не очень так. Это должны быть готовы не только преподаватели, не только технические средства, а и студенты должны уже быть готовы психологически. Мотивация. Да, мотивация, что он, ну, прямо скажем, не всегда студенты как бы... Готовы к этому, это правда, но это же лучше, чем рвутся учиться, да? А тут требуется самостоятельность. И я думаю, что не бывает худо без добра. Может, вот эта вынужденная ситуация и даст толчок именно для студентов, что все равно же надо получать знания, да? И толчок вот для развития дистанционного обучения. Еще раз хочу подчеркнуть. В мире развито дистанционное обучение, и мы должны развивать. Но мы хотим иметь гарантию, что наши студенты получат такие знания, когда их возьмут на работу. Вы считаете, что за дистанционным обучением будущее? Я думаю, что одно из направлений. Нельзя. Всегда будет гамма обучения. Да? В свое время, говорят, телевидение будет, а театра не будет. Да. Осталось и телевидение, и театр остался. Тоже будет и такое обучение, и другое обучение. Но будем говорить, процентные соотношения, конечно, будут несколько смещаться в дистанционное обучение. Скажите, холодно сейчас в академии? Еще раз, еще одну фразу сказать. Студент должен общаться с преподавателем. Это обязательно должно быть. Это не только функция обучения, это функция и воспитания. Это все же преподавательский коллектив, он по уровню культуры, в общем-то, имеет нормальный уровень. И люди должны общаться в этом кругу. И вот это тоже нельзя списывать из со счетов вот в этом деле. Это правда. Скажите, да. Холодно сейчас в Академии связи? В Академии, я могу сказать, сейчас тепло.
значит, везде, не меньше, везде, в аудиториях, в коридорах, ну, где, везде, где положено, значит, 20-21 градус. Мы считаем, что при такой температуре можно... Это вследствие какой-то жестокой экономии внутри учебного заведения? Ну, вот как? Все остальные мерзнут, Мечникова точно мерзнет. Не, ну, топить надо. Ну да, да, ведь, это, ведь да, это топить, это если бы они задвижку открыли больше, то больше, это не в экономии дело. Экономия заключается, что надо сделать энергосбережение. Это уже другой вопрос. Это стены, окна, потолки, которые на чердак выходят, это все надо, все должно быть утоплено. В общем, хозяйственно подходить, да, к, да, вопросу. Конечно. Еще раз хочу сказать, надо экономить все, надо экономить электроэнергию. Могу сказать, такой студенты, между прочим, если им объяснить, они понимают. У нас была авария где-то 16 лет назад. У нас вышел из строя питающий кабель. И мы по воздуху временный кабель, ну, сделали, энергетики, конечно, сделали, но он, мощность была очень маленькая. 100 ватт на комнату. Мы делали, я закончу, мы делали вот новый кабель, а то надо было копать, разрешение и так далее. Месяц. Ни одной аварии, ни одного отключения не было. Объяснили, что вот можно, значит, лампочка есть, компьютер выключил. Вот, а если выключить, то компьютер светит. Студенты понимают, и лишь бы объяснить. Вы сохраняете сейчас температуру выше 20 градусов? 20-21. Предположим, если в феврале будет холодно, температура воздуха на улице опустится до, скажем, ну, минус 10, вы сможете продолжать поддерживать тепло? Значит, все зависит от теплоносителя. Значит, мы финансово можем. Значит, ну, надо задвижку открыть больше. Все зависит, если будет подан теплоноситель, вот тогда, конечно, мы будем поддерживать. Так приходится потом будет ставить какие-то обогреватели электрические там и так далее. Скажите, пожалуйста, вот в рамках этой ситуации, которая сложилась и на нашем городском уровне, и на всеукраинском, приходится вам среди руководителей вузов обсуждать ее и с какими предложениями, если все-таки такие встречи бывают, выходят? Ну, у нас есть совет директоров, мы собираемся. Но, конечно, мы не очень часто собираемся, где-то раз в 4 месяца. Конечно, на каждом собрании мы обсуждаем все острые вопросы, начиная прежде всего с приема, материально-технического обеспечения, распределение, там, устройство на работу. Вот, все эти вопросы, конечно, обсуждаются. И очень интересные есть предложения. Ну, я думаю, что... Последняя фраза. Я думаю, что каждый вуз имеет свою программу энергосбережения. Каждый вуз. И мы в том числе. Владислав Черных у нас на телефонной связи, студент Киевского национального университета. Владислав, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, честно говоря, у нас возникла небольшая путаница, так мы и не понимаем до конца, приостановил ли университет свою работу, пока холодно, потому что в помещениях очень холодно, работает ли стационар? Вот какой вопрос интересен. На данный момент нет, стационар полностью не работает, все студенты сейчас на каникулах, и, насколько я помню, официальные каникулы до 23 января. И также полностью весь февраль рассчитан на дистанционное обучение. Поэтому, в принципе, сейчас все дома. Да, вам объяснили вообще, что такое дистанционное обучение, как, каким образом потом будет контролироваться процесс, да, насколько да, вы хорошо да. это все Могу усвоили рассказать. И так далее? Ну, нам это было еще известно осенью, нам это объяснили заранее, задали домашнее задание по разным предметам, сказали его в это время выполнить, и сразу после того, как мы выйдем, у нас практически сразу в марте начинаются модули и проверочные работы по этому домашнему заданию. То есть вам еще осенью объяснили, что зимой будет холодно и невозможно будет учиться на стационаре, и поэтому, в общем-то, вы будете только весной, в марте... Ну, где-то, да, примерно так.
Понятно. Ну, а вы бывали в университете? Действительно ли такая вот температура в аудиториях, что честно заниматься говоря, там невозможно? Да, да. Еще тогда, когда это было в декабре, когда у нас еще был стационар, было довольно-таки холодно, и в некоторых аудиториях, которые находились в особенности на первом этаже, либо же возле библиотеки, там непосредственно был выход на улицу, там было очень холодно, и иногда приходилось с собой брать куртки. Поэтому да, считаю, что так оно есть. А что, возможно, говорят ваши друзья из других университетов? Это вот только ваш университет так работает? Ну, существуют университеты, которые работают так, а есть, которые иначе. Например, моя подруга учится в Киево-Могилянской академии, у них такого сейчас нет, и они учатся, ну, прямо сейчас уже стационар. А как вообще студенты воспринимают идею таких длительных каникул? Я понимаю, что это всегда здорово, но, наверное, многовато, нет? Ну, честно говоря, одно дело, когда каникулы, это ничего не делаешь, а другое дело, когда задают очень много домашнего задания. Поверьте, там его настолько много, что как раз месяца только и хватит его выполнить. Поэтому тот, кто хочет учиться, тот, кто намерен дальше учиться в нашем университете, у того ну, нет выбора, ему необходимо это все делать. Поэтому тут времени на погулять не так уж и много. То есть, хорошо. Здравомыслящий человек, который не будет оставлять все на последний день, ну, вот как раз месяц будет полностью распределен, где-то по 2-3 часа делать это каждый день. Ну, в общем, лично вы ничего против такой формы обучения, особенно зимой, не имеете? Честно говоря, нет, поскольку я, в принципе, в Киеве даже приезжий, я из Запорожья, сейчас я, ну, себя дома с родителями, и, ну, как минимум для тех, кто не из Киева и учится в Киеве, им, по-моему, даже еще лучше, они больше времени могут провести с семьей, видеться и потом снова ехать в Киев. Ну, а тогда на практике чем такая форма обучения будет существенно отличаться от заочной? Ничем. Ну, в принципе, да, но заочная форма обучения – это практически вообще не ходить в вуз, а так тут всего лишь, считайте, один месяц. Да, хорошо, спасибо вам большое за информацию. Владислав Черных, студент Киевского национального университета, был у нас на телефонной связи. Наверняка вы точно знаете, если я сейчас ошибаюсь, поправьте меня. В свободное время, которое появляется у студентов, они могут использовать для того, чтобы поправить свое материальное положение, ну, какой-то подработкой какой-то заниматься. Предвидите такую ситуацию вот в этот период в тех вузах, которые уходят вынужденные каникулы? Я вам скажу, что студенты работают и тогда, когда идет нормальный процесс. Есть достаточно много студентов, начиная уже не с первого курса, а уже с старших курсов. Это, конечно, своя проблема возникает. Но мы стараемся найти формы обучения вот для таких студентов, если они работают по специальности, только по специальности. Если они работают там официантами, мы это не признаем. Официантом можно поработать летом, вот для жизни, да, вот посмотреть и эту сторону жизни, и другую сторону жизни. Но у нас проблем в этом нет. У нас все, если работают, но не работают по специальности. У нас фактически все технические вот специальности, они и те же телекоммуникации, и программная инженерия, компьютерные науки, вот теперь у нас специализация робототехника, интернет вещей. Все это востребовано, это настолько востребовано, что и мы стараемся вот то, что они, так сказать, сейчас развивается дуальное образование. Вот часть. И это тоже во всем мире, это не только у нас. Мы заключаем договора с определенными организациями, фирмами и утрясаем как бы график работы и учебы. Они учатся, да, там вечером тогда они занимаются, по субботам они занимаются больше. Вот. Это, как правило, студенты, которые именно хорошо учатся. И, конечно же, это надо. Потому что главное – это, конечно, трудоустройство. Это как бы, если студент закончил нашу академию и не устроился на работу по специальности, значит, это мы даром работали. Мы выкопали яму и сразу закопали. Да, это даром. Мы не хотим даром работать. Поэтому вот наша как раз миссия, главная задача, это в конце концов трудоустройство.
Спасибо вам, что сегодня были с нами, что готовы были обсуждать эту тему. Желаем холодное время года пережить как можно легче и по возможности не прерывать. Спасибо большое. Спасибо. Сколько я себя помню, летом было жарко, а зимой холодно. Совершенно верно. Так что все нормально. Ощущения такие же и у нас. Петр Воробиенко, ректор Одесской национальной академии связи имени Попова, был у нас в гостях. Прерываемся на выпуск новостей. Алла Есина ознакомит с последними событиями. После новостей вернемся и поговорим о сегодняшней перестрелке в центре города. Дождитесь.